Так, получается у нас вот такие кирпичи. Все будут зачищены. Вот так вот. Делаю я так первый раз. Вот так закругляю. Радиус делаю. Вот так вот. По сравнению с кирпичом с поддона, это выглядеть будет вот так вот. Разница вот такая. Вот так. Значит, так будет зачищено. Зачищенные лежат. Это кирпичи с поддона. Кстати, в последнее время вот эти рябовские кирпичи, блин, стали делаться, не знаю, какими-то полосками. Не очень как-то удачно. Даже когда мы их защищаем, даже она как-то получается более оригинально. Короче, зеркало печи будет у нас вот из такого угла будут вот такие вот закругленные.